вторая комбинация из пяти ударов. Из пяти ударов. Цель как она. Шаг вперед, уруч. Удар на уши. Якость. Прямой удар вперед. На ваши береги, да. Удар ногой в бедро. Обозначаю захват за плечи и за гель. Удар колена. Обозначаю захват за шею. На ваши береги. Удар локтем. Уруч. Якость. Это второй приход. Вторая комбинация, вторая базовая комбинация ударов. Вот. Дальше. Ката камай. Ката стой. Ката стой. Исходная позиция. Йой дальше. Это первая стой. Шаг вперед. Сейган камай. Сейган камай. Чуть-чуть двигаюсь вперед. Дзёдан камай. Дзёдан камай. Чуть-чуть двигаясь вперед. Дай дзёдан камай. Дай дзёдан. Дай дзёдан, дословно переводится, поддерживающий небо. Эта стойка используется для работы против ножа. Против ножа. Потом объясню почему. Дай. И пятая стойка. Кибодачи или фудодачи. Стойка для добивания. Все, опять выхожу вперед. Йой дальше. Сэгэн камай. Дзёдан камай. Дай дзёдан камай. Фудодачи. Базовый стой. Следующий шаг. Ката, подъемов, правильных выходов в камай. Правильный стой. После падения. После броска или после падения. Значит, первое уже было демонстрировано. Земпл клин. Опускаюсь на колено. Выхожу. И здесь я делаю шаг назад. Чтобы разорвать дистанцию между падением. Просто стой. Если передо мной. Это очень близко, поэтому этот оп, с шагом назад разрывает дистанцию. Угу. За камай, шаг назад, камай. Второй, перекат, перекат с левой ноги. Ученическая форма совсем базовая, делается с колена. Делается с колена, когда идет. Просто вот такой вот. Переворот. Более крутой, более сложный вариант, стой. И с помощью рук вставать. Третий вариант. Уширокий, на спину с прогибом поделить. Опять же, противник находится здесь, со стороны ног. Разорвать дистанцию. Раз, два, три. На, вот. Два, три.
Это демонстрационная форма. То есть на самом деле может быть примерно вот так. Мне сделать прием, я упал. Это может быть бам, удар. Я ушел. То есть не просто покатился, а там ударил, отвлек внимание, а сам откатился. Там легче ракурс.